Здравия, друзья! На связи Андрей Жариков. Сегодня у нас с нами Игорь Агишев. Привет, Игорь! Всем большой-большой привет! Здравствуй, да. Андрей! Вот, хотел узнать твою историю, как получилось, что ты познакомился с компанией Mavi, с криптовалютой Ultron, почему решил в этом участвовать, хотя ты, во-первых, скажи, кто ты по профессии? По профессии? У меня два высших образования. Первое образование – программист. Ну, это было, конечно, давным-давно. Второе – управленец. Сейчас я обыкновенный российский бизнесмен. Занимаюсь нефтяной отраслью. Каким я образом познакомился с этой компанией? Да, как тебя в криптовалюту-то занесло? Да, занесло каким-то попутным ветром. Дело в том, что моего спонсора Юрия Каспарова я знаю очень давно. Он меня не раз приглашал в разные проекты, где я обычно выступал в качестве инвестора, и все это время, сколько раз я был в этих проектах, я получал доход. То есть полное доверие Юрию в этом вопросе. И в этот раз он позвонил мне и говорит: «Игорь, в этом проекте очень много денег, надо срочно входить в этот бизнес». Юрию я доверяю, поэтому я зашел на первый же вебинар, который вел Владимир Ермоленко, да. Ну, надо сказать, что терминов, таких как блокчейн, я никогда раньше до этого не слышал. Или если и слышал, то вообще не понимал, о чем речь. Поэтому вебинар я, конечно, не понял до конца. Но понял самое главное, что надо входить на 5000, потому что это выгоднее, чем на 1500. Что-то, что я и сделал. Ясно. Но как у тебя сейчас, спустя, ты в каком месяце зашел? Это был февраль. То есть прошло примерно 8 месяцев. Да, что да, можешь сказать по истечении 8 месяцев? Доволен ты тем, что зашел, недоволен? Конечно, доволен. Сейчас, когда я веду свои презентации, я просто показываю свой бэк-офис. Как бы обычно вся презентация на этом заканчивается. То есть, грубо говоря, кроме того, что я вложил и вывел гораздо больше, уже вывел выделенно, то у меня еще и накрутилось почти 300%. Три раза, да, 3x. За счет того, что сама монета выросла. Сама монета выросла, да. Ну и, в принципе, и процентовка хорошая. Как бы 0,2% в день, это, причем это ежедневная процентовка. То есть это на улице не валяется. То есть помимо того, что ты получил пассивный доход, ты еще строишь структуру. То есть у тебя уже получается статус Руби, да? Да, да. До этого я не строил никогда структуру. Ну, в этот раз Юрий просто объяснил, как здесь все просто. И действительно, в первый же день я закрыл 2 статуса. А по-моему, уже такой хороший статус, как он там, после золота и так далее. Перл? Перл, да. Перл где-то через месяц у меня был закрыт. Да. Причем важный момент, видишь, ты, по сути, ты взял пакет за 5000 и, можно сказать, своей команде показал пример, да? Мало того, все, кто бы у меня спрашивал, я другую цифру-то и не говорил. 5000, ну, самый край – это 1500. Но фактически 80 или 90%, наверное, у меня подписано именно моих личников на 5000. Да. И, собственно, благодаря тому, что люди заходили сразу либо на 5, либо на 1500, у тебя раз... Ранг прыгал очень быстро. Очень быстро прыгал ранг, и как бы ничего сложного я не увидел. Да, это пример как раз того, что если, конечно, людям делать фокус на пакетах за $100, за $300, то рост по рангам будет медленно. Да? Но здесь получается все достаточно быстро. Конечно, Андрей. Ну, представь, если бы у меня было $100, я бы зашел... И говорил бы людям: люди, за 6 месяцев я заработал 300%, то есть $200 сверху. Да, да, ну, да. Что бы мне ни говорили. Да ничего бы, и никакого бы результата не было. Да, и вот интересный момент, ты сказал, что раньше, хотя ты участвовал в других проектах, но никогда не строил команду, да? Никогда. А почему в этот раз все-таки решил, что пора, наконец-то? Ну, я думаю, благодаря спонсору, потому что он очень отлично знает именно бинар. Он мне сказал, что здесь все просто. Надо закрыть одного человека влево, одного вправо, и с третьего человека ты начинаешь получать дополнительные 10%. Закрыть двух человек, я не знаю, это может любой, вообще любой. Я сделал это в первый день на 5000, как бы, понимаете, да? То есть это не 100 каких-то долларов, а 5000.
Мало того, у меня в команде есть румыны, которые по-русски вообще не бум-бум. Я по-румынски тоже и по-английски. И он, и я, мы очень плохо общаемся. Ага. Тем не менее... На жестах, да, приходится объяснять. Мы просто с ним были раньше знакомы, да. Ага. И вот с помощью WhatsApp там мы переписывались. Я ему объяснил, как это сделать. Он сказал, я буду только инвестором. Ага. Зашел на 5000. Ну, так как я ему помогал, он... взросленький такой мужичок, как бы плохо с компьютерами. Я ему помогал личный кабинет и так далее. И в результате я ему стал присылать скриншоты его кабинета и объяснять. Смотри, вот у тебя доход, вот у тебя такая-то сумма, вот смотри, пожалуйста, что у тебя сейчас. Через, наверное, месяц, когда он увидел, что у него доход перевалил к 300 тоже процентам, он подписал еще двух людей. И насколько я вижу дальше, они тоже уже работают в этом отношении. Потом он купил, когда появился уже пакет LotaDay, он купил сам на 5000, и его люди тоже купили. То есть вот так вот он не строит бизнес. И вот смотри, поскольку ты упомянул, что у тебя есть опыт традиционного бизнеса, а сейчас ты занялся, можно сказать, построением именно команды в сетевом маркетинге. То есть ты сейчас можешь сравнить и традиционный бизнес, и сетевой. Твои наблюдения, разница в чем? Традиционный бизнес – это бизнес, в который ты вкладываешь долго, упорно и много своего труда. В традиционном бизнесе, как хозяин бизнеса, ты все время в бизнесе, все время. То есть не 24 на 7, а 25 на 7. Потому что даже когда ты думаешь, что ты через часик там приляжешь, оказывается, что ты не приляжешь. Тебя еще нагрузят чем-то, и ты должен в два раза больше сделать. А в этом бизнесе, ну, вот мы сейчас здесь на ивенте, а бизнес идет. То есть неделю мы здесь спокойно отдыхаем, а деньги идут. Да. То есть здесь получается система дубликации. Ты обучаешь своих партнеров, и твои партнеры начинают за тобой повторять, да? Конечно, конечно. Тут же те же ранги, платные ранги сапфира и руби, я получил, когда был в командировке, я ехал в дороге, и они мне приходили. То есть у меня вот там 3 дня дороги, приезжаю, у меня ранг сапфира. Показываю людям, смотрите, мне пришли деньги. Оу, вау. Игорь, ну большое спасибо тебе за интервью, за то, что поделился своим опытом. Да, супер, желаю тебе дальнейшего успеха всем и дальнейшего роста. Я очень рад, что познакомился с тобой, Андрей. Мне очень нравится, как ты ведешь вебинары, и стараюсь присутствовать на всех. Советую всем вам быть постоянно на этих вебинарах, потому что даже я, зная уже этот бизнес, с удовольствием слушаю и всегда нахожу что-то новое. Спасибо. Global Star Club. Возможности безграничны.